В стране усиливаются меры социальной поддержки семей с детьми. Соответствующий указ по этому поводу издал президент России Владимир Путин. В течение 3 месяцев семьи, в которых первый ребенок был рожден или усыновлен в период с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года, получат по 5000 рублей. Денежное пособие будет перечисляться с апреля по июнь. Получить его смогут теперь все родители, независимо от права на материнский капитал. Дополнительно с 1 июня семьи, где есть дети в возрасте от 3 до 16 лет, получат по 10 тысяч рублей. Средства выделят разово на каждого ребенка, достигшего указанного возраста с 11 мая по 30 июня 2020 года. Чтобы подать заявление, есть время до 1 октября. Сделать это может один из родителей через портал госуслуг. Опекунам и попечителям необходимо обратиться лично в пенсионный фонд. Такая же технология приема заявлений в целях упрощения. Сейчас все заявления подаются через единый портал государственных услуг, более привычный, будем говорить, для населения, поскольку они по другим услугам через портал госуслуг обращаются. В отдельных случаях, когда человек не имеет тех или иных сведений, конечно, заявления будут приниматься и в клиентских службах. Значит, кому выплачиваются эти выплаты? Прежде всего, за эти, поскольку это не завязано на правах материнского капитала, каких-либо вот других прав мы не рассматриваем. Мы рассматриваем родители, то есть граждане-родители. За этой выплатой может обратиться и мать, и отец. Поэтому здесь, конечно, очень нужно правильно заполнять вот это заявление. Здесь обязательно важно и, значит, вот эти при ежемесячной денежной выплате в размере 5000 в течение 3 месяцев и единовременной выплате граждане должны быть гражданами Российской Федерации и дети их должны быть гражданами Российской Федерации и проживать на территории Российской Федерации. К сожалению, и единичные случаи и такие у нас имеются. Значит, также в случае лишения родительских прав мы будем отказывать. Возможно, у таких семей и в случае смерти обоих родителей дети могут находиться под опекой. В таком случае, значит, опекунам будут выплачиваться, опекуны должны обращаться за вот эти, за этими выплатами, за единовременной выплатой и ежемесячной выплатой до 3 лет. Здесь заявление от опекунов будем принимать сами, потому что нужны дополнительные документы, подтверждающие установление, предоставление права опекунства решением суда. Вот это решение суда, оно вот в электронной форме нигде, никаких информационных ресурсах не имеется.